Я же говорю, вас всегда кто-то видит. Вот, ну... Как ты не пытайся? Я, конечно, понимаю, что да, тут лес, то все. Но, блин, сегодня у меня выходной. И то, можно сказать, такой неожиданный выходной. А у остальных-то рабочий день. Ну чё, кто там идёт? Ты видишь? А это и не идут, а едут, знаешь, это другие люди. Это такие же путешественники, как мы. Хотя, скорее всего, это, наверное, местные. Либо, да, потому что там, помнишь, дома стояли, кто-то там живет дальше. Ну да. Возле непонятного завода. Да. Но мы-то знаем, что это за завод. Да мы уже сказали случайно в одном видео. Но я думаю, нас невнимательно смотрят. Ну да, кому мы нужны. Да. То есть маловероятно, что кто-то это нас видит или что-то. Так что такие дела. Да. Угу. Я нашел знак. Он тут где-то, да? Да, да. И мы с тобой думали, что его вот из-за этой надписи кто-то сломал по религиозным предрассудкам. А оказывается, его, наверное, просто задели чем-нибудь. Он вон там сломан, сбит. Но все равно, это тот же почерк, что там написано в Веретево у землянки. И символ солнца. Ха. Ну ладно, что теперь сделать? Вот как-то так. Все, поехали дальше. Сейчас над нами два ана пролетело. В сторону Иваново. Прямо один за другим. Слышно прямо вой от этих винтов. Мы сейчас вот идем в коридоре, да? Это вот ворота, где на Дюково идти. А, ну, да, я просто на своей волне. Мы с тобой как Бивис и Батхит иногда. По очереди такие, блин. И вот даже на этой территории, которые огороженные, да, тут вот обычно такие самые красивые стадо или стая. Мне все равно больше нравится стая оленей звать. Стадо — это стадо баранов. Вот, а олени — красивые животные. Ну, обычно стадо у вот таких вот оленей, баранов и прочих, а стая у всяких хищников бывает. Блин, ну мне больше стая нравится. Ладно, называй как хочешь. Вот. Что-то здесь ни одного тоже. То ли они от жары все в деревьях, то ли фиг знает. Странно все. Ладно, туши. Я один такой рогатый. Все, олени на месте. А мы уж думали, их нет. Меня прикалывает то, что среди всех них только один самый рогатый, а все остальные вообще без роги. Но они молодые, смотри все. Ну, да. Я тебе говорю, здесь сам такие эти. Тут, походу, от старых либо избавились, либо с ними еще что-то случилось. А молодняк остался. Не, здесь все скорее... Они вот растут, я думаю, в этом вольере до определенного возраста, а потом их выпускают в те. Ну, в общие как бы. Я вот думаю так. Так что все, олени на месте. А мы уж переживали, как же так, нам не попалось ни одного оленя. Там на полях, где... Да, там, в Ивановской. Они обычно там прям много-много. Мы нашли подкоп. Ну да, вот. Вот я тебе и говорю, здесь дерьмо валяется. Как собачье, может, волчата. Не потому смешно. Что это, Люба мне сказала, что волки здесь есть. Но мое мнение, что волков по территории... Оленьего острова, я думаю, постреляли. И вот
иногда, мне кажется, из-за территории они подкопы делают. Потому что мы же с тобой вот здесь тогда в коридоре, только вон там видели. Как собаки, ну, да. Что вот так острые. Похожи были. По-любому это волчата были. Это, ну, блин, не собаки. Вот тебе и подкоп. Ладно, пойдем дальше. Пойдем. Вон Серега идет. Он в гору пешком шел. Я проехал специально, чтобы снять весь путь. Ну чё, перекур? Да. Здесь совсем все заросло. Уже озеро не так видно. Березы стали больше. Скоро тут будет этот домик на острове, и вокруг него березки. Вот какое-то деревце. Пол уже весь развалился окончательно. То есть тут нужен ремонт. Стол тоже шатается. Ласточки опять тут навалили на этот стол. Мы с тобой только зря убирали в прошлый раз. Хотя нет, это гнездо отвалилось. Так. А здесь гнездо? Нет, здесь еще гнездо есть. Сейчас сделаем как тот раз. Со стола сметем. Дверь закроем, стол ближе к двери подтащим. Потому что здесь пол поровнее и все. Лавки, как мы их приставили, так и они остались. Да, никто тут не был, никто ничего не это. Сейчас только стол подвинули, или стол мы его отодвинули? Стол мы назад отодвинули, помнишь, я тут ходил. Значит, тут никого и не было, получается. Походу, никого. Либо были и не стали трогать лавки. Ну, маловероятно. Ты бы оставил? Ну, да. Я бы нет, я бы убрал. Что мы с тобой тот раз и сделали. Ну что, нормальной водички? Да, нормальной водички. Я выключаю. Горелка, как у Стаса. Купили вторую себе. Из расчета вот на такие поездки. Посмотрим, как она себя покажет. Ну а так, по горелке добавить больше нечего. Так, лимонадик, колбаса, батончик, яблоки. И... Ага, супер еда. Слушай, ну я тебе отвечаю, смотри. Ай-яй-яй-яй-яй. Кипит вовсю. Ну, ты учти, что это газированное. Причем тут газированное, не газированное. Какая разница? Нормально? Нормально. Да надо чуть-чуть поспать. Но это я образно. Ой. Красота. Все. Смена кадра. Да, смена кадра. Ну, скажи что-нибудь. Я не знаю, что сказать. Не знаешь, что сказать? Ну да. Все ясно, как обычно. Только то, что пожрали, попили все, что надо, и сейчас поедем дальше. Ну, хотя да. Там осталось, наверное, 5 км. Но мне кажется, нам меньше. Даже меньше. Мы... Короче, на 1 км до Дюкова, начиная там с одного момента. Ну чё, едем дальше, видим мост. Да, так под мостом ворона мокнет. Мы берем ее за хвост и кладем на мост, пусть она посохнет. Дальше знаешь, как этот стишок продолжается? Неа. Дальше он продолжается. Едем дальше, видим мост. На мосту ворона сохнет.
мы берем ее за хвост и кладем под мост, пусть она помокнет. Вот как всегда, пока не достал телефон, ветра не было. Сейчас мы приложим сюда фотографию, которая это, со спутника от 2004 года. И она покажет, как это место, вот это прекрасное место, с этим прекрасным прудом, с этим прекрасным домиком, выглядело в 2004 году. Так, и вон, зацените Серегин прикид. Ну, да. Это антиобгорание на солнце. А то я тут обгорел вообще. Я вон могу теперь Тупака Шакура без грима играть. Я коричневый, как не знаю чего. У меня даже облезло все. Но это побочный эффект. Это как раньше была модная песня. Она называлась «Сарай мой непокрытый сарай». Начиналась она примерно с такого. Эта песня посвящается героической борьбе за свою независимость жителей Никарагуа. А дальше просто там на нескольких аккордах. «Сарай мой непокрытый сарай», «Сарай мой непокрытый соломой». Вот денег накоплю и солому я куплю. А пока сарай мой непокрытый сарай, сарай мой непокрытый соломой. Потом опять такой медленный проигрыш на ней. И опять говорится, там эта песня посвящается борьбе там африканского народа за свою независимость. И все по новой. Вот это два одинаковых стишка. Гангстер. Сейчас. А что он, ты видел? Нет, ну-ка покажи. Он на предохранителе? Да. Ладно, ладно, не надо показывать. Не пали контору. Гангстер, не пали контору. Оставим тут его. Ну все, поехали. За неимением тогда берц мы не пошли, где у нас водились змеи, но вот тут ужик. Прикольно. Ужик. Да, ужик. Я тебе говорю, сейчас тут что только не будет по дороге-то. Вы посмотрите, какой здесь лес. Это не то, что у нас. Здесь сплошной. У нас чистота. Лесочек рядом с городом. Да. Лесочки рядом с городом обычно не сильно такие густые. Это крутяк. Да смотри, все еще смотрят на нас. Так а что он делать будет? Он и будет смотреть. Ладно, едем дальше. Ага. Ну или пытаемся ехать. Да, пытаемся ехать. Ну что, тебе есть что сказать? Сколько мы снимали время? Минут 200, да? Ну, минут... И это ради... И это было... 4 часа мы сюда ехали. Ради этих 10 часов... Минут. Все, вот оно. Отлично просто. Да ладно, зато было весело. Ну, закажи людям свои эти. Чтобы руки не обгорали на солнце. Вот он. Скелетик. Да. Неизвестно какой. Он, у него есть шлем. Да это потом... смерть с косой в саване. А, смерть с косой в саване, понятно. Да и здесь такая же. Но здесь я имею в виду то, что просто... руки не обгорают при руки таких. Руки не обгорают, и его боже слетел. Да ничего страшного. Руки не обгорают, это самое главное. Это точно.